Ни любовь, ни страх тут ни при чем. Любовь и страх — глубочайшие эмоции человека. Ну да. Но вы меня не слушаете. Есть и другие вещи, которые надо принять в расчет. Например, весь спектр человеческих эмоций. Нельзя распихать все по двум категориям и отрицать все остальное. Если не выполните задание, получите двойку. Всем привет, с вами Мир, и сегодня мы с вами рассматриваем выражение «to lump something into», что переводится как «распихать». Это выражение является модификацией от «to lump something together with», что значит «смешать что-то в» или «смешать что-то с чем-то». В значении «стричь всех под одну гребенку», то есть, вне зависимости от качества, считать всех за одну группу или за одно целое. Don't lump us all together with numbnuts over here. Слово «lump» само по себе значит кусочек или комочек. Ну, например, комок в горле. Но если мы хотим уточнить комок, чего именно мы имеем в виду, мы используем предлог «of». То есть, например, если мы хотим сказать «кусочек сахара», то мы должны будем сказать «a lump of sugar». Two lumps of sugar and some milk, please. Ну и второе место, где вы можете встретить это слово, это рождественские истории про кусочек угля. What's the matter, Homer? Somebody leave a lump of coal in your stocking? На сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео. Увидимся.